Зверски надругался над 6-летней девочкой и оставил умирать на детской площадке. Шокирующее преступление, потрясшее сегодня весь город, было совершено в Октябрьском районе. Замерзшую окровавленную малышку нашли в одном из дворов местные жители. Насильник бросил ее и скрылся. По данным полиции, мама девочки ушла на работу и оставила дочь с подругой. Эта так называемая няня взяла ребенка с собой и пошла на встречу с 42-летним мужчиной. Судя по всему, они устроили вечеринку, после которой женщина заснула. По версии следствия, собутыльник воспользовался беззащитностью 6-летней девочки и изнасиловал ее, а после этого просто оставил в одном из соседних дворов, где малышку и нашли в 9 утра. Мужчину задержали в течение суток. Максимальная санкция по статье «Лишение свободы» до 20 лет. Вертолетная площадка. Ну вот вертолетик, макетик якобы. Вот это вот игрушечка. Вот стоит. Вот здесь, вот в этом районе. То есть вы не видели, как конкретно, в каком положении, да, нашли ребенка? Я вообще не видел. Я ни милицию не видел. Я видел только, что, ну, этой МЧСовской лентой было огорожено все это самое. А вот внук смотрел, они раньше поднялись, и жена моя, ну, видела, что милиция здесь ходила. Ну, они отпечатки снимали.